идет зажим свободы слова, зажим конституционных прав граждан Казахстана. Свободу Ермеку и Серикжанову. Мне уже... Не, ну пусть пропустят, что за тебя? Я допустил вас в связи с тем, что вам разъяснить данный статью. А оглашение на оглашение я вас допущу полностью. Понятно? Сейчас будьте добры, предупреждайте. Ну нет, на каком основании вы нарушаете судопроизводство? Постановление в Малинском районе суда города Алматы от 15 октября 2015 года о санкционировании меры пресечения обвинения в содержании под стражей отношений Мамбеталина Серикжана Есенгосовича с лением и исчислением срока ареста с 12 октября 2015 года отставить без изменения. Частная жалоба адвоката без вопроса. Постановление является окончательным, а обжалование на престол не подлежит. Судья решил. А мне вопрос есть? Что говорит тут? Абсурд. Другого можно было не ожидать. Суд. Страшно становится жить в таком государстве. Ни за что моего сына привлекают по такой тяжкой статье 174, часть 2. Суд постановил. Это... Постановление Алматинского районного суда города Алматы 15 октября 2015 года о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей в отношении Нарбаева Ермека Исаиновича исчислением срока ареста с 12 октября 2015 года оставить без изменений. Частная жалоба оставить без изменений. Председатель по делу суда решил. Все, до свидания. Решение данного суда является окончательным, но тем не менее это нам облегчает, мы прошли внутренние механизмы, и это нам дает право подать в Комитет по правам человека ООН.